Так, всем привет. Поселок Волгарь, жилой комплекс, как Волгарь, по-моему, да? Новое построение. Думаю, сейчас я покажу. Вот здесь вот находится дом такой красивый, с стеклянными окнами. В общем, однокомнатная квартира по полу, ну, квадратов, наверное, 40. Ну, давайте покажу. Вид какой красивый. Мне, если честно, нравится здесь. Вот, странно выглядит вот так вот, новая развязка. Так, цель нашей работы здесь – это санузел, как обычно. Профессионалы в своем деле начинают с чего? Первое, здесь прогрунтовали поверхность все полностью. Сантехническую разводку здесь уже сделали, то есть она была, но это все полный шлях. Здесь будет коробушка закрываться, ну я просто не знаю, как вот люди платят деньги вот за такую шляпу. Вот, ну, колхоз самый настоящий. Вот эти все тройники будем убирать, будут новые тройники, выводы концевики. Концевики как раз будут вести сюда в коробушке. Там для унитаза. Так, вот это сантехнический короб. Гипсокартон, все полностью плитка. Плитка будет подрезаться под 45 градусов, скорее всего, мы здесь сделаем. Этот ремонт делаем хорошему знакомому. Это не имеет значения, хороший знакомый, нехороший, просто нам нравится заниматься этим. Так ведь, Николай? Не знаю. Кому не что? Знаю. Кому что нравится? Так, ну бригада вся та же самая, Валентин Николаевич. Привет. Николай Моисеевич. И я, собственной персоной, Владимир Николаевич. Вот так вот. Хоп! Короче, со всех работ остается очень много саморезов, всякой херни, и вот братан решил все этот чемоданчик аккуратненько перебрать. Мы, скорее всего, наверное, что сделаем? Возьмем ведерко, вот из-под затирки вот такое, и все туда захламим ее, чтобы у нас был такой резервный. Ну все, так, сегодняшняя цель работы — коробушка, первые ряды, вот, завтра сантехнику, сегодня я запишу, что нужно будет купить, сантехнику поменять, машинка будет переноситься на эту сторону, вот, ну соответственно, труба пойдет сзади и сюда, либо пойдет прямо вот здесь, вот, прицепимся, и она пойдет под ванной. То есть канализация и эта фигня.